Практически каждое утро Хусея Эркенова начинается с похода в огород. Вооружившись садовыми ножницами, он спешит срезать для своей супруги самый свежий букет цветов. Мужчина знает, что этим обязательно порадует любимую женщину. Встретишь ты меня, любовь моя. Здравствуй, дарочка, на, дарю. Хусей Абдуллаевич и Мека Хусеевна прожили в браке уже 58 лет и признаются, что даже не заметили, как пролетели эти годы. Для них день знакомства был как будто вчера. О таких, как Хусей, в ту пору говорили первый парень на деревне. Высокий, симпатичный, необделенный вниманием девчат. Она рыжеволосая красавица, неприступная, как крепость. Казалось бы, такие разные. Но именно это и соединило их, и, как оказалось, на всю жизнь. Я служил 3,5 года. Прибыл сюда в Джуту и решил жениться. Ну, поехал в сторону Карачаевска. Ну, поехал искать счастье себе. Ну, нашел счастье. Она пахала машинкой. Я захожу, здрасте, здрасте. Она встала, эх, она рыжая, не надо, говорю, другу. Это стало, чем рыжее, там дорожее. Вот и любовь, и все. Ну, мы сошлись. Конечно, за 58 лет в их жизни бывало всякое. Их путь не был усеян цветами, но они смогли пройти все испытания и трудности. И что бы ни случалось, были верны клятве, данной друг другу в день создания семьи. А на вопрос, в чем секрет семейного счастья, отвечают просто – уважение, взаимопонимание и терпение. Если есть терпение, уважение, отношения, самое главное – взаимные отношения семьи и даже и другим людям – это самое главное вроде в жизни человека. Без зависти, без всякой премудрости относись к человеку, любому человеку, хоть проходящему, хоть который приходит, или живешь, или с детьми, или родни. Это самое главное в жизни. Любовь и взаимопонимание помогли супружеской паре завоевать победу во всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Золотая семья России». Заявку на участие отсылала их дочь Марина, которая хотела всей стране рассказать о своих родителях. Очень многого они видели в этой жизни. И тяготы войны, и тяготы реабилитации, когда выселение. Потом приехали и тут же сразу поженились. Буквально на пустом доме, на пустом месте они построили свой очаг, свою семью, свой дом. И уже 58 лет живут вместе. И я думаю, в нынешнее время это тоже достойно похвалы. Я думаю, и мама с папой пример для подражания для многих молодых семей. Но, как признаются сами супруги, свою главную победу они уже давно одержали, воспитали достойных детей, которые есть их награда за любовь и верность друг другу. Дарья Назарова, Мурат Кемлюгов, Назир Капушев, Архыз 24.